Пензу посетил управляющий делами Московской патриархии митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский в Арсенофии. Почетный гость называет регион своей духовной родиной. Здесь 39 лет назад он начинал свое служение в церкви. О визите архипастыря в репортаже Евгения Белохвостикова. В Успенский кафедральный собор Ладыка в Арсенофии входит как в свой родной дом. 23 года назад он был настоятелем этого храма. С тех пор много воды утекло, признается почетный гость епархии. Но любовь к Пензе и пензикам осталась. Главным духовным учителем своей жизни митрополит называет покойного архиепископа Пензенского и Кузнецкого Серафима. На его могиле иерарх совершил литию. Господь Бог, учини душу его, где же праведни упокояются. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По рекомендации архиепископа Серафима в 91 году архимандрит в Арсенофии стал епископом Саранским и Мордовским. А в марте этого года он был избран на одну из самых почетных в России архиерейских кафедр – Санкт-Петербургскую и Ладожскую. В Пензу митрополит приехал лишь на несколько часов. Более продолжительный визит график пока не позволяет. Но, конечно, не мог иерарх не оценить темпы строительства Спасского кафедрального собора. Владыка в Арсенофии был здесь 2 года назад. Изменения с тех пор произошли разительные. Это, наверное, самый большой собор, который я вижу вот из новостроек сегодняшних. Да. Вот, конечно, когда он построится, это будет настоящее лицо города Пензы, олицетворение духа наших пензенцев. Они это посвятили Богу, вот этот храм. И я думаю, что Бог благословит жителей Пензы своим благословением за это усердие, которое предпринимают, конечно, владыки, благотворители, власти помогают здесь. Вот. Я думаю, что это одним из лучших соборов будет не только по Волжье, но и России. Об успехах в строительстве Спасского собора владыка в Арсенофии бы обещал рассказать святейшему патриарху Кириллу. По его словам, предстоятель Русской Церкви планирует посетить наш город, когда первохрам будет готов к освящению.